Привет, друзья, привет, подписчики. Сегодня уделим время настройкам клавиатуры. Очень полезные будут фишечки, так что досматривайте до конца, ставьте лайки. Заходим в свою клавиатуру, заходим в любой мессенджер, в принципе, где будем переписку вести. Зачем это все в вашей клавиатуре? Есть быстрый способ в клавиатуре, как быстро набирать цифры или скобки, или же буквы. Просто смотрите, тут вот такая вот фишка есть, видите? Давайте я вот так вот подниму немножко телефон. Нажимаем на единичку, удерживаем и ведем вот так вот, к примеру, сюда. Клац у нас ставится, видите? Нажимаем на цифру и ведем. Видите, появляется циферка. У нас, если вы пальцем не попадаете, если вы хотите какую-то там быстро цифру набрать, то вот этот вот лучший способ. Видите, раз, девяточка, раз, восьмерка. Чтобы вам цифры не переходить, не переключать, вот так вот не клацать. То есть вы можете быстро раз-раз все-все-все, любую букву, любую цифру поставить. И это очень-очень удобно, согласитесь. Вот ставите на клавиатуру, и у вас появляется, видите, любое значение. И вы таким образом очень быстро можете регулировать. После набора буква автоматически возвращается в буквенный регистр. Дальше. Это была первая фишка, очень удобная, очень классная. Давайте все сотрем и будем дальше с вами настраивать. Сейчас покажу скрытые символы вашей клавиатуры. А вы знали, что в Google клавиатуре вашего телефона есть скрытые символы? Если вы хотите удивить своих друзей, тогда вот эти вот символы полностью вам помогут. И о них практически никто не знает. Я кому отправлял, все мне пишут: а где ты такой взял крутой символ? Ты что там, какую-то дополнительную купил, премиум символы, либо это что вот? Сейчас покажу вам. Заходим просто в цифры. Вот здесь вот видите цифры у нас. И здесь вот в цифрах у нас есть вот такое вот значение, видите? Равно, стрелка и буковка В какая-то перевернутая. Если вот так вот вы долго подержите, нажмете, у вас здесь появится именно... Вот смотрите, вы именно подержите на вот это вот, видите, значение, вы заходите и держите, у вас появляются вот такие цифры. И у вас появляется вот такая вот штука, если долго подержать, и потом, к примеру, вот так вот вы подержали, ввели на точку, у вас появляется вот музыкальные, либо какие-то карты, либо сердечки. Вот смотрите, очень классная штука. Я думаю, блин, многим это было бы вообще супер. Вот равно, там, смотрите, значения какие-то. Блин, просто мне насколько это все понравилось, что я просто решил с вами вот поделиться на все 200%. Просто нажимаем и ведем, вот, к примеру, сюда, смотрите. Клац, и у нас опять-таки введем. Нажимаем. Сейчас нажимаем. И ведем, к примеру, сюда. И у нас появляется насколько новые значения, насколько новые разные символы, что это просто-просто класс. Честно вам скажу. Вот такой вот, вот таким вот способом вы сможете удивить на самом деле своих друзей. Сейчас покажу секретную фишку пробела в телефоне. Если вам нужно исправить какую-то букву или удалить слово, а это происходит не с первого. Вот смотрите, давайте возьмем в руки телефон, переключим на русский язык. Привет, как ты там? Как ты там? Привет, как ты там? Вы допустили ошибку, вот видите? Вы сперва не можете попасть туда, вот в это именно слово, там, потому что не совсем удобно это выходит. И я не знаю, как там вы исправляете вот эту вот ошибку. Просто зажмите пробел, вот так вот, и просто-напросто вот так вот пробелом вы можете в сторону и удалить любую буковку, видите? Привет, как ты там? И все, отправить. Все. И это очень быстро, удобно на самом деле. Не нужно там как-то ковыряться, как мы делали, да, до этого и так дальше. Значит, смотрите, нажмите два раза на стрелочку, и у вас будет чудо. Если вам нужно написать слово полностью с большой буквы, нажмите на стрелочку и подержите. Так все слово будет из больших букв. Значит, смотрите, к примеру, вы пишете там «Привет». Просто нажмите на вот эту вот букву,
и вы сможете написать полностью слово с большой буквы. Вот. Привет, видите? Это очень удобно. Зажимаете, пишите слово. Нажимаете, еще раз пишите с маленькой. Если хотите, просто нажимаете, удерживаете. А самое интересное, что если вы хотите, просто нажмите два раза. Еще один прикол вам. И будет у вас все с большой буквы. Тоже очень классная фишка, о которой, я думаю, мало кто вообще знал, и вы будете ней пользоваться. Дальше покажу топовую фишку клавиатуры. Если вы написали имя, вот, к примеру, написали там, пишите, сейчас выключим, пишем там, давайте, вот, Дмитрий, да, написали Дмитрий, пишем там Геннадьевич, Дмитрий Геннадьевич, и вы это слово полностью написали с маленькой буквы, либо же первая, видите, буква маленькая, Дмитрий Геннадьевич, нужно писать с большой, либо же какое-то слово там нужно с большой написать, и вы вот сделали эту ошибку, что нужно сделать? А нужно с большой. Просто нужно выделить это слово и нажать на стрелочку. Так она станет с большой буквы. Вот смотрите, выделяем слово полностью. Вот буква Г, да, к примеру. Дмитрий. Нажимаем на это слово. И здесь у нас вот такой вот, видите, клац. Нажимаем на вот эту вот стрелку. У нас слово становится с большой буквы. Выделяем полностью это слово. И нажимаем вот стрелочку вот эту вот. И у нас слово встает, видите, первая буква становится с большой буквы. И вам не нужно опять-таки вот здесь вот нажимать, ввести туда. Оно получается, бывает, уделяется. Вот здесь вот вы удаляете. Потом опять вставляете вот эту вот. Ну, неудобно, согласитесь. Это тоже классная штука, которая вам поможет. Сейчас вам покажу следующий пункт. Это топовая фишка буфер обмена. Покажу вам обалденную функцию клавиатуры под названием буфер обмена. Значит, смотрите, просто заходим, давайте вам покажу, это тоже нечто, я узнал и очень классно. Смотрите, напишем, к примеру, Android. Заходим на Android, здесь ищем любой, к примеру, сайт. Вот, заходим на android.org. И здесь, к примеру, какие-то видим текст, да. Мы что делаем, смотрите. Мы вот этот вот текст хотим скопировать. Нажимаем вот просто вот клац, копировать. Вот это вот слово нажимаем копировать. Смотрим дальше, там вот это вот слово нажимаем Android, да, хоть нажимаем копировать. Теперь заходим в клавиатуру. И мы хотим вот эти вот все слова вставить. Если мы нажмем вот так вот просто сюда вставить, то у нас последнее скопируется. А мы хотели все слова скопировать, которые мы там, к примеру, какие-то делали, да. Но у нас это не получается, потому что только по одному тексту мы можем, либо какую-то статью мы там хотим, вырезки какие-то сделать, а у нас это не получается. Ну вот как это сделать? Вам просто нужно сделать следующее. Смотрите, что я показываю, будьте внимательны. Просто заходим на вот эту вот стрелочку, нажмите, вот видите, тут 4 такие вот окошка. Нажимаем на эту стрелочку, нажимаем настройки, видите, и здесь у нас есть буфер обмена. Нажимаем буфер обмена, и здесь включаем сохранять недавние скриншоты в буфере обмена. Это тоже нужно включить для следующего пункта. А теперь смотрите, что мы делаем. Здесь у нас будет очень много разных пунктов, которые у нас появляются. Ну, нам нужно найти вот блокнотик такой вот. Сейчас мы найдем вот этот вот блокнотик. Где он у нас тут? Клац. Клац. Вот этот вот блокнотик, видите? Нет, это не блокнотик. Где же он у нас? Вот он у нас. И смотрите, мы нажимаем. Вот. Нажимаем. Вот как-то так. Сейчас, подождите секундочку. Раз. Нажимаем. И здесь у нас сейчас вот буфер обмена, видите? Не туда нажал. Вот на стрелочку. И здесь у нас буфер обмена, видите? Нажимаем на этот буфер обмена. И здесь у нас появляются те слова, которые мы копировали. Смотрите, Android, развлекательный, поддержка. И мы сейчас можем вот так вот эти три слова сразу отправить. Скажите, классно. Ну, скажите, что классно. Ну, а вы наверняка об этом даже не догадывались.
И это самое вот интересное, что может быть на сегодняшний день, честно говоря. Также сейчас покажу вам какую-то штуку прикольную. Значит, смотрите, еще одна штука прикольная. Вы вот сделали скриншот. Сделали скриншот, там кому-то хотите отправить. Как мы делаем скриншот? Мы зажимаем кнопку выключения и регулировки громкости вниз. У нас появился вот такой вот скриншот. Видим, да, его? Этот скриншотик у нас появился. И мы, опять-таки, нам нужно нажать сюда. Сейчас, чикс. Дальше, смотрите, у нас появился скриншот. Мы нажимаем этот скриншот, и мы его сразу можем отправить. Видите, то есть у нас он появляется тут внизу, потому что мы включили следующую настройку, которую я вам показывал. Вот здесь вот настройки, буфер обмена, и мы включали сохранять недавний скриншот в буфере обмена. И когда вы делаете какой-то скриншот, вот вышли, сделали тут скриншот, зашли назад, класс, он у вас появился уже здесь, вот видите. То есть вам не нужно нажимать на стрелочку, сохранять этот скриншот, либо же добавлять его с какой-то информацией. Вы просто его отсюда добавили. И все, он у вас отправился, видите. То есть тоже очень удобная штука, которая вам, топовая фишка, поможет в дальнейшем использовании вашего телефона и Google клавиатуре. Следующая штука, крутой переводчик прямо в клавиатуре. Вы знали, что в Google клавиатуре уже есть обалденный встроенный онлайн-переводчик, который вам в этом может помочь. То есть что-то перевести, что-то сделать, и очень классно. То есть смотрите, вот переводчик, видите? Вот он. Вы нажимаете, и у вас сразу, смотрите, русский на английский. То есть вы можете с каким-то англичанином сразу общаться. Класс. Чикс. Хай. И вот здесь вот вы можете, к примеру, выбрать язык, какой вы хотите там. Это очень-очень тоже удобно, потому что сразу вот такой вот Google переводчик, он переводит все на русский язык или какой вы там хотите. Также вы можете выбрать, перевести на этот язык, вы можете выбрать любой язык, боснийский, литовский, датский, испанский, и с вот этим вот человеком с каким-то общаться. То есть очень-очень удобно, штука работает. У меня не работает, потому что, видимо, у меня этот стоит неподключенный интернет. Но очень-очень удобная штука, которая поможет вам переводить сразу с русского языка, кстати, на испанский, с испанского на русский, и вы можете вот так вот с иностранцем каким-то общаться, не выходя вообще с переписки, понимаете? То есть очень удобно, что ты не выходишь с переписки, а общаешься сразу вот с этим переводчиком. Напишите больше всего, какая вам штука клавиатуры понравилась. Я вам сниму, если будет очень хороший отклик по этим настройкам, вторую часть вашей клавиатуры. Надеюсь, видео стало полезным. Вы подпишитесь, поставите лайк. До скорого. Всем пока.